Друзья, всем привет! Приехал на авторынок «Зеленый угол». Сейчас вам покажу автомобиль. Приехал на осмотр данного автомобиля. Это Honda N-Box 2016 год, Custom Turbo L-Package, 630 тысяч. Жду продавца, время 9:30 утра, продавца нет. Решил вам снять видео. Видео снимать не планировал. Сейчас просто посмотрим, что вот на данной стоянке продается, по каким ценам. И давненько у нас ничего не разыгрывалось, поэтому в этом видео давайте с вами разыграем один бесплатный поиск, не поиск, ребят, а осмотр автомобиля. Напишите в комментариях город и последние 4 цифры своего номера телефона. Видео выпущу, посмотрите, я так думаю, в субботу или воскресенье проведу розыгрыш. То есть, что это такое? Скиньте мне ссылочку, я для вас бесплатно проверю автомобиль. Пишите город и последние 4 цифры своего номера телефона. Такая вот стоянка. Кстати, ребят, снимаю на телефон. На улице ветер, поэтому я не знаю, что будет со звуком. Такая стоянка. В плане тут есть разные автомобили. И подешевле, и подороже. Но основная масса, конечно же, это до миллиона. Рабочий автомобиль. Toyota Probox, Toyota Succeed. Автомобили все одинаковые. 17-й год. Объем двигателя 1,5 литра. Коробка передач, вариатор GL, комплектация, пробег 78 тысяч. Стоимость данного автомобиля 689 тысяч рублей. Ни о каком литье речи здесь быть не может, ни о каких обвесах, наворотах, ничего здесь такого нет. Чисто стандартный рабочий автомобиль. Рабочая лошадка, но поверьте, это очень-очень надежная рабочая лошадка. Рядом стоит у нас Nissan Note. Автомобиль для тех, у кого, скажем так, не особо много денег, но хочется свежий автомобиль, свежего года. Ну и что-то покомфортнее. Данный автомобиль 17-й год, мотор 1.2, 649 тысяч рублей. Subaru Forester, остались еще до рестайлинга, 2016 год. Так, здесь у нас коробка передач идет вариатор. 1.2 мотор. 16-й год, двухлитровый, они все идут двушечные, все автомобили идут 4 ВД, коробка передач тоже вариатор, но вариатор здесь идет цепной, 1 миллион 480 тысяч рублей. Недавно у меня спрашивали про вот такие вот басики, Litais, да, GL комплектация, 15-й год, полторашки. 4 ВД, 2 печки. Для кого-то это важно, для кого-то нет. 804 тысячи рублей. Тоже такой, ой, извиняюсь, Litais, Таунайс, господи, ну, бывает, ошибся. Тоже, ребят, ни о каком тут. Короче говоря, вот такие вот все рабочие автомобили, Пробоксы, Таунайсы, Саксиды, НВшки, там, Мазды, они приходят без литья. 15-й год, 1,5 литра. Но, опять же, если сравнивать, брать для бизнеса, для работы такой автомобиль, я бы, наверное, все-таки взял бы себе либо НВ, либо Mazda Bongo. Вот недавно кто-то хотел поиск автомобиля взять, заказать. Subaru Impreza, 4 ВД, штатное литье. Зимняя резина, белый такой перламутровый цвет. Айсай есть. 1.6, рестайлинг, 989 тысяч. Я хочу напомнить то, что все автомобили, друзья, все автомобили, которые продаются в Приморском крае, выставляются на сайт drom.ru. Сайты Авито, Автору у нас не то чтобы не актуально, но не так развиты. 16-й год, 0.7, аукцион, статистика, есть все, 488 тысяч рублей. Вот такая вот Impreza, вот здесь она продается 989 тысяч, на Авито она может стоять там 700 тысяч. Но не может такого быть. Я думаю, все взрослые люди, все должны понимать, подарков не бывает, просто тупо разводняк. Автомобили в пути, под заказ, то же самое. Специально выставляется по заниженной цене. По факту, по этой заниженной цене вы автомобиль не привезете.
Prius 50, 51, 55 кузова есть, там 51, 50, 51, разница по батарее у них есть. 18 год, 4 ВД, 1 миллион 250 тысяч. Недавно был поиск Приуса, нашли 4 ВД за 1 250, белый, с белыми Приусами прям проблема. Вот на данный момент один остался, передний тоже, по-моему, 1 250 он стоит. Пробег там 100-107 тысяч на нем. Инсайд. Тоже варик, 9-й год, ЛС, гибрид, эко, антиюз, аукс, айпод. 617 тысяч. 617 тысяч рублей. Представляете, забыл. По-моему, я не снимал, да, в начале видео пасека. Литр, варик, 525 тысяч. Кстати, вот пас относится к той категории автомобилей, где можно найти, ну, прям с небольшим пробегом автомобиль. У меня за последний месяц, наверное, поиска 4 паса было. Все клевые, все с пробегами там до полтинника. Вот сейчас тоже не могу дозвониться до хозяина. В данный момент идет поиск. Там вообще 15 тысяч пробег у машины. Машина бальная, 4 балла. Honda NVGN, 15 год. 0,7, 64 лошадиные силы. Custom, Turbo, Jeep Package. 550 тысяч. Nbox. Жду хозяина. Пока откроют. Honda Freed Spike. Гибрид. Вариатор 1,5 литра. Есть также негибридные версии автомобилей. $785 тысяч. Алион, 11-й год, 1,5 литра, есть 1,8, 875 тысяч. Коробка тоже вариатор. Да все новые автомобили, идут на вариаторе. Автоматы там единицы буквально остались. Седаны, там хэтчбеки, кроссоверы. Все на вариаторе, друзья. Есть еще робот. Так, X-Trail 15 год, 4 ВД, гибрид. Стоимость подстерлась, не могу понять. Я думаю, 1,5 миллиона он стоит. Цена постоянно меняется. То вверх, то вниз. Так, ну что тут интересного еще есть? Fit Shuttle гибрид, есть везель. Fit Shuttle 698 тысяч. Везель 1,255, что-то дешево. Ну, я так понимаю, передний привод. Дейс, 16 год, 455 тысяч. Вот Дейс Рукс, 17 год. Кто-то в комментариях написал, почему не читаю все, что написано на стекле. Полная комплектация, Highway Star, XV Selection, LED оптика, мультируль, камера кругового обзора, двухзонный климат-контроль, сенсорный климат-контроль, электродвери, датчик дождя, антиблокировочная система ABS, система распределения тормозного усилия, вспомогательная система торможения, включение, автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении, система электронного контроля устойчивости, антипробуксовочная система. Друзья, ну,
Можно зайти пока в комплектации и посмотреть, да, что есть в автомобиле. Вот представляете, буду ходить и на каждом автомобиле вот так вот читать. Да? 16-й год, турбо 635 тысяч. 14-й год, кастом 479 тысяч. N-Wagon, да? 17-й год, турбо. Турбо. Они есть, не турбовая, литровая комплектация GT. 749 тысяч. Прям набирают популярность данные автомобили. Танки, Джастин, Торы, Руми, что в принципе одно и то же. По мне так, вот знаете, между кейкаром и минивеном данные автомобили, ну серьезно. То есть как бы и двигатель не 0.7 литровый. И сам по себе автомобиль, он такой, ну, во-первых, он выделяется. Из потока автомобилей он высокий, он широкий, он комфортабельный. Малышек у нас сегодня много. Еще один инбокс, полная комплектация, Custom GL Package. $520 тысяч. Toyota Turbo. С головы улетело название. Pixis. Максимальная комплектация. Пассажирский. Пятиступенчатая механика. Супер салон, друзья. Вот все указали. А цену не указали. Так, ну, что у нас тут еще интересного есть? Друзья мои, на сегодня будем заканчивать. Отзвонился продавец, продавец приехал. Пошел я смотреть автомобиль. Не забываем поставить лайк, можно дизлайк. Ну и, конечно же, подписаться на канал. Всем пока!